Всем привет, вы на канале Ава. Сегодня в нашем обзоре, лучшие недорогие электрические мясорубки для дома 2018 года. На рынке кухонных приборов сегодня представлено много устройств, призванных сделать приготовление пищи приятным творческим процессом. Среди многочисленных электрических помощников на кухне особое место занимают электромясорубки. Будучи универсальными приспособлениями, они способны выполнять много задач в приготовлении разных блюд. Сегодня мы рассмотрим бюджетные варианты данных приборов, опираясь на отзывы пользователей. И мы начинаем. Юнит Угр 461. Когда бюджет для покупки ограничен, все-таки хочется за относительно небольшие деньги приобрести по-настоящему хорошую, надежную, мощную и функциональную мясорубку, да еще, ну очень желательно, непривередливую к качеству мяса. Думаете, таких не бывает? Тогда есть смысл рассмотреть модель Юнит Угр 461 от компании Юнит. Это как раз тот редкий случай, когда доступный ценник вовсе не умаляет качество прибора, а скорее выступает в роли его дополнительного достоинства. А таковых немало. Стильный корпус из пластика и металла, нержавеющая сталь, металлический лоток, мощный двигатель, 400 максимальная 1200 Вт, три режима работы, включение, выключение, реверс, режим уменьшения скорости вращения slow, система защиты от перегрузки. Модель Угр 461 работает только в режиме мясорубки и заготовки кибели колбас. Основные плюсы: качественная сборка, шестернишные кай-редукторы из металла, литой нож из нержавеющей стали, набор насадок, гарантия 2 года. Минусы: марки металл корпуса. Зелмер 687.5. Недорогая и компактная модель от польского бренда. Мясорубка Зелмер 687.5 изготавливается в пластиковом корпусе белого либо бежевого цвета. Для придания устойчивости в процессе работы устройство оборудовано резиновыми ножками. Что касается мощности, то она, возможно, впечатлит не всех. Однако номинала в 200 и максимума в 500 ваттах оказывается вполне достаточно для неплохих показателей производительности, которая может достигать 1.5 кг в минуту. В этой модели не предусмотрен реверс, но отсутствие данной функции компенсируется наличием защиты двигателя от перегрузок и, несомненно, весьма привлекательным для столь известного бренда ценником. Комплект поставки Zelmer 687.5 включает два ситца, решетки с отверстиями 4,8 мм, насадку для колбас, пластиковую муфту для соединения шнека с редуктором, также пластиковый лоток для мяса и толкатель, металлическую загрузочную камеру с двухсторонним ножом. Основные плюсы: привлекательная цена, известный и надежный бренд, производительность. Минусы: не самая большая мощность, нож и решетка подвержены коррозии. Panasonic MKMG 1300WTQ. Бюджетная модель Panasonic MKMG 1300WTQ от японской фирмы, славящейся качественной электроникой в любых приборах. Для тех пользователей, кому нужна просто хорошая, надежная мясорубка без всяких излишеств. И хотя корпус пластиковый, лоток металлический, а самозатачивающиеся кованые ножи и три решетки в комплекте из нержавеющей стали. Прибор отличается высокой экономичностью. Производительность 1,2 кг в минуту предоставляет мотор мощностью всего лишь 200 Вт. 1300 Вт при его блокировке, снабженной защитой от перегрузок. Основные плюсы: качественная сборка, высокая производительность при малых энергозатратах, доступная цена известного бренда, средний уровень шума, удобство в использовании, металлические детали, самозатачивающиеся ножи. Минусы: слабоват двигатель, короткий шнур.
Bosch MFW4520, мясорубка, давно полюбившегося хозяйкам бренда, предназначена для измельчения мяса фарш и производства колбасок и восточного блюда киби. Она выполнена из прочного пластика, который хорошо моется, не темнеет со временем. Номинальная мощность агрегата 500 Вт, максимальная 1600 Вт. За минуту можно переработать до 2,7 кг мяса. В модели предусмотрена защита от перегрузки. Два диска с диаметром отверстий 3,8 и 8 мм позволит приготовить фарш различной консистенции. В корпусе есть отсеки для насадок и шнуры. Потребители отметили удобные прорезиненные ножки с присосками, которые предотвращают вибрацию во время работы, делая агрегат более устойчивым. Быструю сборку и разборку. Возможность очищать детали в посудомоечной машине. Единогласная оценка от экспертов и покупателей отлично. Достоинство. Высокая производительность. Устойчивость. Удобные отсеки для хранения. Система реверси. Вращательная ось из стали. Недостатки. Не обнаружены. Мы надеемся, вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал АВА. Это был обзор «Лучшие недорогие электрические мясорубки для дома 2018 года». Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи.